Только понял, что, блин. только что сбили самолет, группа Минера, Заинакиева упал. Летчики, поехали, это летчики. Поехали искать и фотографировать сбитый самолет. Дымится. А сколько минут назад? Ну, 30 минут назад где-то. Да, майор. Значит, это Чернухинские сбили самолет. Кто, пилотом из Чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухина стоят. Да, майор. Значит, самолет рассыпался в воздухе в районе шахты Петропавловской. Первый 200-й. Нашли первого 200-го. Была женщина. 200-й. Да, гражданский. Да, Саш. Ну что у вас там? Короче, блин, стопудово гражданский борт. Понятно. А этот как? Народу много там? Да пиздец. В обломки прямо во дворы падали тут. Вот так вот. Борт какой? Да я еще пока не разобрался, то что я не был возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно. Вот так. И вооружение вот. Есть что-нибудь? Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, блин, там полотенце такое, туалетная бумага. Документы есть? Да. Индонезийского студента есть из университета Томпсона, блин. По самолету, сбитым в районе Снежного Тереза. Ну. Это оказался пассажирский. Упал в районе Грабово, там море трупов, женщины, дети. Сейчас казаки там смотрят это все дело. По телевизору передают, вроде бы как этот, Ан-26 украинский, транспортник. Но, говорят, написано на нем малазийские авиалинии. И что он делал на территории Украины? Ну, значит, завозили шпионов, не знаю, понял. Не так точно. Сейчас война идет, блядь. Понял.